Школа Roblox, серия 1. В главных ролях Диего. Полное имя Диего Санчес, 14 лет. Лучший парень в школе, красавчик. Спортсмен, а также очень богат, умен. Все девочки в него влюбляются. Занимается спортом, ходит в качалку. Хочет стать футболистом сборной страны. Франческо, нуб. Полное имя Франческо, 14 лет. Обычная девочка из класса, из нормальной семьи. Старается учиться и не прогуливать. Почти хорошистка, но бывают тройки. Любит смотреть сериалы и любит группу BTS. Кем хочет стать, еще не определилась. Селестия, про. Полное имя Селестина Паулина Джованна, 14 лет. Самая популярная девочка, на минуточку, в классе. Из богатой семьи, красотка, отличница. Четверок почти не бывает. Хочет стать звездой поп-музыки, актрисой и моделью. Дорога в школу. Селестия. Где же мои мальчики? Оу, Селестия, привет! Мы за тобой приехали, поехали в школу! Привет, мальчики! Садись в тачку, мы тебя прокатим с ветерком! Я тебя люблю, Селестия! Ой, это так приятно! Ты дашь мне свою сумочку, я ее помогу донести? Ну не знаю, я еще подумаю! Все, Селестия, поехали в школу! Франческо. Дорога в школу. Я езжу в школу на автобусе. И вот сейчас вот-вот скоро придет уже автобус. О, я его вижу! Так, останавливайся. Эй, ты чего не остановился? Что такое? А, он, наверное, разворачивается. Сейчас с другой стороны подъедет. Ой, автобус, останавливайся. Эй, водитель, ты чего? Эй, постой! Блин, мне в школу придется идти пешком. Почему автобус не остановился? Ну ладно, пойду пешком. Хорошо, что школа совсем недалеко бежать. Всего лишь-то 10 километров. Ура, школа! Появление в школе. Фух, успела. Только прозвенел звонок. Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Ребята, всем привет! А, ну ладно. Франческо, займи свое место. Хорошо, учительница, заняла. Селестия. Ой, я, наверное, опоздала на урок. Всем привет, ребята, я пришла. О, Селестия, привет. Боже мой, какая ты идеальная. Можно с тобой дружить? Да, конечно. Селестия, ты такая классная, мы тебя любим. Ой, я тоже вас люблю. Спасибо. Селестия, сюда, пожалуйста, садись на мою парту. Ой, я как раз хотела это место, спасибочки. Все для тебя, Селестия. Оценки на уроках. А теперь, ребята, будет урок математики, и я буду задавать вопросы. Кто ответит, тот получит хорошую оценку. Итак,
Вопрос. Назовите, сколько будет 5 плюс 5. Можно я? Вызовите Франческу. А можно я отвечу? Конечно, Селесте, отвечай. Будет 10. Молодец, Селесте, какая ты умница. А теперь следующий вопрос. Назовите корень из 9. Кто ответит? Можно я? Может, ты, Франческа, ответишь? Сейчас подумаю. Долго думаешь, Франческа, корень из 9 будет 3. Ну почему у меня такой трудный вопрос, а у Селесты был легкий? Так, Франческа, надо хорошо учиться и знать все правила. Я крутая. Да, я Селесте. А теперь следующий вопрос. Как узнать площадь квадрата? Селесте, может, ты ответишь? Надо длину умножить на ширину, и тогда мы получим площадь квадрата. Молодец, Селесте. Я в тебе ни чуточку не сомневалась. Ты очень умная девочка. Спасибо, мне так приятно. А теперь следующий вопрос. Сколько будет корень 64? И мне на этот вопрос ответит Франческа. Я сейчас скажу, дайте подумать. Я же говорю, ты долго думаешь, Франческа. Будет 8. И да, родители в школу. Я смотрю, ты очень плохо учишься. Блин, я влипла. Но почему мне такие сложные вопросы задаете? Не перечь мне, Франческа. Надо учиться правильно и никогда не пропускать мои уроки. Ты меня слышала? Ладно, я поняла. Ну а теперь последний вопрос на засыпку. Сколько будет 2 умножить на 2? Можно я отвечу? Давай, Селесте. 2 умножить на 2 будет 4. Капец ты умная, Селесте. Селесте, передавай привет своим родителям. Хорошо, передам. Я узнала, что, оказывается, 68% зрителей смотрят мои видео без подписки. Смотри, если у тебя эта красная кнопочка есть, то нажми на нее, измени ее на серенькую, так ты подпишешься на мой канал и поддержишь меня. Эта поддержка для меня очень важна. И просто будет супер-мега круто, если ты еще поставишь колокольчик. И тем, кто уже давно на меня подписан, проверьте, нажат ли у вас колокольчик. Йоу, супер подписчики. Столовая в школе. Франческа. Моя любимая столовка. Поторопись. Что есть? У нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Тогда не 3 порции. Я самая счастливая. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Столовая в школе. Селестия. Опять эта столовка. Ну ладно, пойду узнаю, что у них есть. Здрасте, а что у вас есть? О, Селестия, для тебя есть все. Но я для тебя приготовила фетучини с креветками и апельсины свежевыжатый сок. О, спасибо. Возьми, детка, и только не ешь столовскую еду. И, кстати, передай своим родителям большой привет от меня. Хорошо, передам. Ох, это школьная любовь. Я влюблена в Диего. Он сейчас сидит и пьет кофе. Какой же он клевый. Боже, как я люблю за ним наблюдать. Ну правда же он милашка. В него влюблены все девчонки в школе. Какой вкусный кофе. Диего! Привет, мой любимый. Привет, Селестия. Как дела? У меня все супер. А у тебя как? Вообще супер. Очень красивая. Ой.
Блин, ну почему он не мой парень? Почему ей везет, а не мне? Жизнь боль. Привет, Франческа. Я в тебя очень влюблен. Давай встретиться. Ууу, как приятно. Мне безумно приятно, но я тебя готова огорчить. В смысле? В моем сердце совсем другой человек, и я в него влюблена. Но это не ты. Ты мне разбила сердце. Пойди к Селесте. Диего, у меня проблемы с математикой. Ты не смог бы мне помочь? А то учительница говорит, что я долго думаю. Но я бы мог помочь, почему бы нет? Отвали от моего парня, он только мой. Чего это он твой? Я не чей, я мамин. Да он сын маминой подруги. Да, я такой. Франческа, сейчас ты получишь за свой язык. А может ты? Может ты получишь сейчас? На, получай. Это а тебе же Диего. Диего. Да с чего он твой, я тебе сказала, получай, на, на. Сама получай, на, за волосы ее дерну сейчас. А может я тебя? Франческа, я люблю тебя, забей на Диего. Девочки, успокойтесь. Девочки, вы мне надоели. Марш к директору, мое терпение лопнуло. Да блин, что мы сделали? Девочки, я не виноват, простите меня. Блин, я влипла. Здравствуйте, девочки, что случилось? Я ни в чем не виновата, это все она. А что я? Я всего лишь попросила помочь с математикой. О, Селесте, я тебя сразу не узнала. Как твои родители? Все хорошо, спасибо. Детка, да ты свободна. Иди в класс, и я тебе еще 5 поставлю за то, что ты такая честная. Спасибочки. Да, она очень хорошо учится, правильно, директор. Иди, детка, в класс и передавай привет родителям. Спасибо, я им обязательно передам. А с тобой у нас отдельный разговор. Что? Ну я ни в чем не виновата. Я ничего плохого не сделала. Родители немедленно в школу. Что? 3 за день вызываете родителей в школу? О нет! Что я им скажу? Пати на выходных. Селестия. Друзья мои, сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно. Пока в моей голове действия витамина. Друзья мои, сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Ребята, сегодня самая крутая туса. Повеселимся. Чувствуйте себя как дома. Селеста, ты такая крутая. Да, у тебя самые клевые тусовки. Ты просто топ. Спасибо. Пати на выходных. Франческа. Франческа, тетя вечеринка, отстой. Сейчас будет весело. Давайте танцевать. Погнали все на танцпол. Ультаурне. Да у тебя реально крутая туса. А я что говорила? О, смотрите, это же Диего! Диего, привет! Привет, девчонки! У вас тут клевая туса! Франческа, я хотел тебе сказать, ты очень классная, и я помогу тебе с математикой. Может, пойдем погуляем? О, это будет очень круто! Окей, пошли гулять! We'll be right back.
конец первой серии. ПЖ, оцени лайком. Давайте соберем на это видео 10к лайков, и тогда я буду делать следующее видео. А если не соберем лайки, ну тогда я, наверное, ну тогда не буду делать видео. В общем, если хочешь продолжение, обязательно поставь лайк, йоу. И помните, кто не подписан на Женяшу, тот кто? Поняли, да? Так что обязательно подпишись на канал.